В Махачкале установили обеззараживающие комплексы. Их разместили на пересечении улиц Яракского и проспекта Гамзатова, а также на перекрестке двух главных проспектов города – Гамидова и Шамиля. По словам мэра столицы Салмана Дадаева, эта локация была выбрана не случайно, так как именно здесь обычно проходит большое количество горожан. Установить такой комплекс градоначальника попросили сами махачкалинцы, обращаясь к нему в социальных сетях. Планируется смонтировать еще несколько таких сооружений. Дадаев сам протестировал новинку и призвал махачкалинцев взять ее на вооружение. Вы можете быть спокойны, что при заходе в гастроном и после того, как вы выйдете из гастронома, посредством того, что вы пройдете через этот комплекс обеззараживания, вы не принесете домой никаких бактерий. Я несколько раз видел их в соцсетях такие, то, что вот Турцию установили, но горожане начали настойчиво обращаться ко мне в соцсетях с просьбой установить такие. Сегодня мы установили один здесь, а также один на пересечении улицы Гамидова и проспекта Шамиля. Если вдруг у вас есть необходимость выйти, то, пожалуйста, пользуйтесь комплексом в тех локациях, которые есть.